первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, встретилась с коллективом детского сада номер 58 в поселке «Летний отдых». В прошлом году в рамках программы инициативного бюджетирования были выделены 100 тысяч рублей на приобретение технологического оборудования для кухни детского сада. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Новая школа» и контроля за исполнением инициативы «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которой выполнялись наказы народной программы «Единой России» и реализовывались губернаторские программы. Также пообщались с сотрудниками территориального управления «Захаровская» и работниками ЖКХ «Захарова». Обсудили вопросы благоустройства, качества уборки и что было сделано на территории поселка «Летний отдых» за последние годы.